Домашняя аптечка – незаменимый помощник во всех болезнях, как правило, в ней есть. Вата, йод, зеленка, бинты и таблетки от боли головы и живота. А что есть в аптечке у южноуральцев, давайте выясним. Я даже не знаю, наверное, аскорбиновая кислота. Сердечная – раз, для обработки ран – два, бинты, жгут, обезболивающие обязательно есть. Ну, зеленка, йод, бинты. Полисур. От простуды лекарства, конечно же. Аспирин. Анальгин. Парацетамол. Лейкопластырь. Бинт. У нас в домашней аптечке всегда есть аспирин и детский Нурофен. Я не болею, я здоровая женщина. Тематические издания здоровья составили топ самых популярных лекарств в нашей стране. На первом месте противовирусные средства, на втором – обезболивающие. Замыкают тройку лидеров таблетки от аллергии. Отличного вам дня!